И снова здравствуйте, дорогие зрители, с вами я, Алексей, вы смотрите YouTube канал Парадигм. У нас тут очень много забавных вещей есть. Давайте поразведуем, чтобы знать, куда нашему герою бежать, а то он пока что сам разведует, и это на самом-то деле убого. Так, завтра, но завтра мы ничего не сможем здесь сделать, потому что сюда прибежит этот огневик и все захватит. Это мне совсем не нравится. Что-то он тут разведует все. Враг захватил город Бандирвама. Ну пусть захватывает. Ой, не надо. Они высосут у меня ману. А толку с этой фигни мало. Так, вот это, кстати, неплохой артефакт. Ага, мы можем здесь пройти. Круто. Тогда пройдем вот сюда. С удовольствием. Я только буду рад. Вот зараза, могут сейчас на этого героя напасть. Ну ладно. Так, ну здесь, естественно, я ничего прокачивать не буду. Потому что это не наш город. И нафиг он нам нужен. Так, раз, два. Хотя, можно что-то и построить-то. Сторожевой... Нет, сторожевой пост не особо-то хочется. Фабрику баллист, может. В обороне они хороши, а мы все равно нападать не собираемся ни на кого. Летают ифриты. Вот это на самом-то деле меня беспокоит очень сильно. Он опал. Блин, ну как так? Ну как так? Ну ублюдки. Я только прибежал там немножко им подгадить. Но ничего, у меня будет еще один уровень. У нас уже 25 уровня. Чувак. Чувак! Ты чё, совсем? И регенерацию, не знаю. Давайте регенерацию замутим. Чтоб мало не казалось, как говорится. Так... А, не подрегенился, сволочь. Ты чё ж такой безалаберный? Зато 53 тысячи опыта. И чё нам нужно? Целительство, ворожба или колдовство? Конечно же, целительство, потому что у нас максимальный уровень. Это во-первых. Во-вторых, все как бы надо идти убивать этого чувака. В-третьих... Что я еще хочу сказать, это то, что... Ту-ту-ту-ту-ту. Нам нужна антимагия. И. Странно вообще, что мы типа по максимуму все вкачали. Быстро как-то слишком. Так, ну, 316, можно и магией хаоса, а можно и другими вещами. Например, антимагию на себя накастовать, и тогда вот эти чуваки не смогут нам ничего сделать. Теперь феникса. Вот и все. Блин, можно было и без феникса. Или кого-то помельче вместо них взять. Взял, пришел ко мне, поразведывал все. Дневник путешественника. Вот, перчатки всадника. Один из важнейших артефактов, который позволит нам в будущем сэкономить время. О! Вот ради этого я сюда и бежал, 100%. Задолбали ифриты, разведают тут у меня. Шарм второй ступени. Вот не ради этого я сюда приходил. Так, смотрим. Тут что-то есть? Нету вроде бы. Давайте еще чуть подбежим.
Повозка с деревом. Ну да, это стандартные артефакты, они нам не нужны. Нам нужна прокачка, потому что она сохранится в будущем. А все остальное не сохранится с нами в будущем. Так. Ага, здесь можно еще прокачаться, но это мне не нужно. Так, сюда Тарквемадалка. Пойдем. Может, новые заклинания тут нам у нас появятся. Так. Не. Денег у меня много. Более того, могу сказать, что они мне не нужны нафиг. Так. О, хорошо стали. Красавцы просто. Прокачали мне тут все, чтобы я пришел и захватил. Есть у нас какие-то новые заклинания тут? Так, значит, волшебная... Первый удар, по-моему, новый появился. Волшебные оковы. Ну, волшебные оковы так себе. Хрень. О, кстати, вот это вот давайте возьмем. Плюс 118 очков магии. Мы вообще теперь с этой штукой магию не тратим. О, третьего уровня вор. Но этого чувака надо убить. И вообще, мне бы робу стража. С робой стража я бы всех тут нагнул. А так. Попробуем здесь попутешествовать. Так, оранжевый. Что там он творит? Интересно. Как-то вообще мы мало тут разведуем. Зачем он гидр строит? Типил, что ли? Вообще интересное такое место. Так. Значит, против этих всех чуваков что мы будем делать? Но опять же, против эфритов хороши фениксы. И в первую очередь убиваем героев. Так, героев, героев, героев. Вроде не должны меня на следующем же ходу убить. Регенерация. Добивают, сволочи. Но одно утешает. Мы можем вот так сделать. Бабах. И наш герой, как всегда, вышел сухим из воды. Ну что ж. Хана вам. Но хана. Тут уже все предрешено. Не, ни за что. Да, очередные заклинания. К сожалению, смерть я не качал. О, волшебных драконов выучили. И молнию. Молния хорошее очень заклинание.
Сколько она там мне даст? Урона. 554. Ну, так себе, конечно. 500 урона, это ведь совсем мало. Так, ну это мне не нужно. Тут, значит, тоже вроде бы ничего нет. Сюда еще сбегаем. Я ищу магические академии, ведь наш герой маг, то есть ему вот эти вот штуки не помогут другие. Так, это ты? Нет, это другой абсолютно чувак. И давай сюда тогда, беги. А чё ты аж так обходить придется тебе, да? Странно. Очень-очень странно. Лучше давайте сделаем вот так вот. Ой. Придется с этими связаться или нет? Ну, посмотрим. Нам нужно прежде всего до оранжевого добраться. Где тут это заклинание? Вот оно. Все, садимся. И сюда поплыли. А где тут подземелье вообще? То есть, видите, подземелье-то показывается, но его вроде бы и нету. А, вот, вот сюда можно пройти. Интересно, интересно. А что, если я так и сделаю? Знаете, я хочу в подземелье залезть. Не хочу побеждать сначала противника. Так, и сюда, или сюда, или куда? Блин, ну почему? Почему? Почему я не могу сразу сейчас здесь высадиться? Кстати, а здесь странно, видите, здесь отгорожено все. То есть я сюда попасть не смог бы по-другому. А вопрос, там что, секреток, несмотря на это, нету никаких? Эх, жаль, жаль. Ну, ладно, идем, значит, захватываем опять это место. Пробуем, по крайней мере, захватить. Они что-то бегают и ничего не захватывают у меня. Ну да, каркнул. Сейчас захватят. Так, что тут у нас? Не сильно серьезно, конечно. Тут наш герой сам всех расфигачит. Фениксы. Да, конечно же, фениксы. Так. Вот и все. Шестнадцаточков магии. То есть у него мана вообще зашкаливает просто. Нужно, значит, куда-то сюда прибежать, а потом там замутить что-то интересное такое. Так. Ты, значит, бежи сюда. Ты бежи сюда. Да ну задолбал ты тут бегать. Джин долбанный. Ифрит. А, смотрите, что-то он не стал трогать. Ну-ка, попробуем сюда. И почти. А теперь мы вызываем корабль.
и можем в него сесть. Это просто великолепно. Значит, на следующем ходу мы сможем сюда аж прибежать. Так, раз захватываем, потом два захватываем. Потихонечку. Чтоб противник не обольщался. Казалось бы, должно быть сложнее играть. Но на самом-то деле нифига подобного. Наоборот, стала играть значительно легче. Капец, у меня уже 100 тысяч золота накопилось. О, красавцы. Десятки, десятки. Просто умнички. Мы пока что здесь будем все захватывать. Ну да, опять один и тот же замок захватывает. Ты, значит, напали. Блин, 92 штуки. 92 штуки это много. Ну, блин, ну чё такое? Опять фениксов, что ли? Зато он их сплэшивает. Сплэшует он их. Зараза такая. Не, ну фениксы хороши, что они воскресают периодически. Это их главное преимущество. Так, ну давайте забьем их. Так, так, значит. Убиваем. Два уже воскресились, круто. Так, ну ладно, раскошелимся еще на фениксов. Фиг с ним. А то долго будем убивать. Хотя маны у моего героя, конечно, дофигища. У него вообще нет шанса у этого противника нашего. Изначально, я бы сказал, не было шанса. Так, все. Вот оно что. А, желтый это типа. И это все, что здесь есть? Вы издеваетесь? Ну, я разочарован, если честно. Ну, тогда я использую, наконец-то, это великое заклинание врата города. И пойду убивать, собственно, противника. Надоело мне уже это все. Надоело мне все. Надоело мне все, надоело мне все. Так, раз, потом. Сюда-с. Эх, а я-то думал, что там что-то особенное будет. Так, ну здесь фениксы. А. Не долетит, ну ладно. Капец, 9 кентавров одной стрелой. Так, ну ртуть пусть будет. Стоп, а где он там нашелся, этот враг? Я хочу того героя, который, короче, очень... Очень борзый. А, или он украл мой корабль где-то здесь. Нет, корабль я вот здесь причалил. Вот он. Так что корабль он не украл. Но мне плевать, мне ж не нужно всех убивать, вроде бы.
А, тут книга природы, там что-то еще. Это типа гигантский вулкан на острове. Я хочу штурмануть этот город. Давайте посмотрим, что здесь находится. Тут есть герой. А где главный герой огневик 24 уровня? Он вот сюда, что ли, уже убежал? Вот ублюдок. Когда я его догоню, сволочи? Дайте мне убить того героя. Нет. У него, походу, даже черных драконов пока нет. Что-то он рефлектит. Ублюдок рефлектит все. Ну ничего, недолго это продлилось. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. 8-7 очков магии, о боже мой. Стоп. Тут это кто? Вот он, огневик. Я тебя ищу, чувак. Я думал, ты уже где-то там. Ты там далеко, за горизонтом. Ты где-то там. Ты опять далеко. Я хочу убить тебя, у тебя маленькая армия. Ну блин, ну куда ты убегаешь? Так нечестно. Ну согласитесь. Я его сейчас встречу. Ой. Блин, ну здесь слишком рано. Ну давайте тогда убьем этих элементалей. Мы делаем просто... Хотя нет, мы делаем фениксов. А нет, смотрите, он в это... Вдудливает в нас какую-то хрень. Убивай их. Да, убивай их, никого не щади. Но мне плевать, я хочу сюда. Интересно, мы достаточно близко или нет? Давайте попробуем вот так вот, короче, сохраниться и замутить вот это вот заклинание, которое нам всегда помогает очень сильно. Не получится, так что... Так что вот такие вот дела. Мне бы еще зелечко интересное такое, так? Да, к сожалению. Не выйдет. И он придет и захватит, но зато мы его потом захватим тоже. А, не трожь мою Торквемадовку. Теперь я хрен к нему догоню его. Хрен, точнее. Контролируй его. Троллируй его. О, два героя. Ужас. А у огневика там что у него за... Жаль, что разведки нет. Блин, разведка сильно помогает. Ты сразу ожидаешь чего-нибудь такого интересного. Но мне плевать, все. Короче, мы вызываем, и нас вызывают. Как часто вызванное не совпадает. Главное медуз убить, а то мало ли. Еще и феникса лишнего окаменят. Хотя я не уверен, что такое возможно. Так, ну и все.
Ты попал, парень? Ну, да, огневик. Огневик — это очень-очень плохо. Это значит, что мы должны сделать вот так вот. Все. Так, теперь... Все. Ну как тебе? Блин, это вообще не серьезно. Помню, как я за Тауни Балфур играл, вот то там были армии, которые надо было победить. Не то, что здесь. Есть у нас тут нужный артефакт. Да, кольцо вспышки есть, замечательно. Ура! Мы победили! Успели за час победить. Собрав 4 артефакта Невара, Боб отправился к топе мертвеца, чтобы сразиться с темным лордом Кардонисом за посох разрушения и завершить свое дело. Кардонис жалочно следил за всеми свершениями Боба, ибо замыслил сам присвоить артефакты Невара. Потерять все города и войска, на. Сложность карты ученик, ну неудивительно. Бобу предстоит сойтись с последним супостатом, темным лордом Кардонисом, чтобы обрести последний из артефактов Невара, посох разрушения. Но Кардонису более приятна мысль самому собрать все артефакты, поэтому он всерьез замыслил отбить 4 других артефакта у Боба. Ну, на самом-то деле это довольно легко, убить Боба и все. Черный лорд Кардонис поджидает меня у топи мертвеца. В этой битве на карту поставлено все, ибо в ней встретились все 5 артефактов. И победитель обретет такую силу, какой мир не видел уже несколько столетий. Я должен одолеть его, чтобы завершить свое дело и получить мощь, необходимую для победы над Хексисом. Все решится в этой последней битве. Банальщина. Зато смотрите, у нас есть глаз хаоса. Капец, сила заклинаний хаоса на 50% возрастает. Плюс еще, смотрите, на направлении всех заклинаний тратится на 2 очка меньше магической энергии. Это просто капец. Вот это лучший артефакт. Вот, блин, вот это вот на 2 очка меньше магической энергии, это постоянно наложено на заклинание... забыл, как его. Вот это, магическая вспышка. Но так на него нужно тратить ход, а так не нужно на него тратить ход. А можно еще дополнительно магическую вспышку, не бойся, наложить. Вот то будет вообще тема. Но это все будет в следующей серии. А сейчас мы сохранимся и закончим серию. Всем спасибо за просмотр, не забудьте поставить лайк, всем пока-пока!